В сентябре 2017 года в городе Алматы, Республики Казахстан, зародился проект «Центр социальных инклюзивных программ». В сотрудничестве со школой наук ОЙЛА, а также коллективом мастеров, тренеров, родителей, он набрал силу и открыл нам новое понимание детской креативности, решение задач развития познания и эмпатии, создание развивающей образовательной среды. Работая в направлениях инклюзивный спорт, образовательных и творческих мастерских, мы получили ценнейший опыт, дружественную и поисковую атмосферу среди детей, множество примеров того, как они раскрываются на занятиях. Наша мечта – создать школу, в которой каждый день зажигаются мириады звезд детской радости, поиска, открытий и личностных побед. Пробудить в детях познавательный интерес и не дать ему потухнуть на протяжении всего образовательного процесса – вот та центральная задача, к которой мы стремимся, создавая учебные планы, подбирая материал к уроку, развивая атмосферу сотрудничества среди детей. Наши главные учителя – это дети, их потребность в развитии, стремление к преобразованиям, тяга к взаимопомощи, командности, проектированию. Инклюзивная школа – это школа возможностей каждого. Инклюзивная школа требует новой образовательной парадигмы, и мы рады следовать ей. Парадигма креативности. Основой каждого занятия является развитие поисково-исследовательского интереса ребенка, аффектация образовательным явлением, а также возможность проектного творчества в связи с каждой образовательной темой и социальными процессами, происходящими в окружающем мире. Парадигма личностного развития. Каждый урок строится в форме командного взаимодействия. Возможность выступить в качестве тьютора открывает ребенку широкий простор для развития личностных качеств, таких как сопереживание, ответственность, планирование и стремление к достижению результата, осознание социальной значимости своей работы. Каждый ребенок имеет право выступить на уроке в роли ассистента учителя. Проектная деятельность помогает ребенку направить процесс его саморазвития. Наша задача – организовать такую социальную среду, в которой ребенок с особенностями в развитии аффектируется живым интересом сверстников, естественным образом включается в контакт, где возможно развитие его интенций к познанию. Парадигма целостности. Наша задача – раскрыть внутреннюю взаимосвязь предметных дисциплин, сформировать у учащихся целостное восприятие мира, научить работать с процессуальностью, понятийностью, развить умение систематизировать знания об окружающем мире. 3D-парадигма. Овладение пространственными стимулами, непосредственное ощущение и проживание явлений, умение объемно воспринимать мир и создавать познавательные 3D-модели для исследования – все это является важнейшими задачами образовательного процесса. Как развиваются познавательные функции ребенка при работе с учебным контентом – вот тот вопрос, который определяет продуктивность учебной деятельности. Инклюзивное образование вдохновляет нас. Оно требует работы с наиважнейшими социальными вопросами. Развитие модели инклюзивного образования определяет наше будущее. Вместе с детьми мы строим наше будущее. Современная школа – школа возможностей каждого.